В этом году в Адмиралтейском районе появится 8 дополнительных постов полиции. Об этом сотрудники правопорядка рассказали на отчетном заседании. Несмотря на сокращение штата полицейских, а это один из главных вопросов, который волнует жителей, улицы района будут под пристальным контролем, говорят правоохранители. В общем-то, пока напрямую наше управление не сокращается, хотя в течение года было предпринято ряд решений, по которым потихонечку, по одному, по два участковых, по одному, по два оперативника и так далее, все-таки подрезали. Но как бы глобального не было. Дополнительные посты удастся организовать за счет привлечения сил сотрудников ОМОНа, патрульно-постовой службы и специальной части полиции и внутренних войск. В целом, прошедший год в Адмиралтейском районе был более спокойный по сравнению с 2014-м. Снизилось количество особо тяжких преступлений. Убийств их совершено 10, все раскрыты. Меньше стало угонов автомобилей, краж, грабежей и разбоев на улице. В целях оздоровления оперативной обстановки на улицах в 2015 году на территории района было проведено 12 оперативно-профилактических операций по предупреждению и пресечению преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, в которых задействовалось 1520 сотрудников управления, привлеклись сотрудники частных охранных организаций, представители народных дружин. Чем не радовал прошедший год правоохранителей Адмиралтейского, так это дорожно-транспортными происшествиями, случившимися по вине пешеходов. Кроме того, было немало краж велосипедов из парадных.